Юнион ТВ, предновогодний выпуск, дубль один. Обычно выходит первый выпуск, его смотрит какое-то количество человек, и второй выпуск смотрит больше человек. Наш блог развивается в другую сторону. Мы не такие, как все. Ты можешь быть последним. Последним зрителем, это очень важно. Ваше здоровье. Антикризисный предновогодний выпуск Юнион ТВ. Сашка Варда не учится на ошибках прошлого, продолжает фигачить все подряд. Новости экономии. Да. На чем можно сэкономить, придя в бар Юнион? Ни на чем. Возрадуйтесь, любители пива. Вы сможете его покупать по прежней цене. Точно та же цена. Ну как, но пиво чуть-чуть вырастет в цене и уменьшится в размере. 450 рублей, 0,2. Нет, это 0,05. 0,05 пива. Мы посетили наших друзей, заведение «Фарш и бочка». И там новая метрическая система. Пинты, оказывается, 0,4. А с кем ты разговариваешь, Саш? Мы вдвоем здесь сидим. Извините. Я ненадолго перепутал в сторону. Саш, Олег, слушай, мы тут снимаем Юнион ТВ. О! Блин. Смаковать. А мы тоже смакуем, только мы смакуем бутылку. Бутылку? Да, вот так, настоящее горлышко вниз. Мы смакуем бутылку. Что было? Было. Мой телефон. Ребята, телефон. Вы не поверите. Была твой телефон. Туса. Вы не поверите, дай сюда. Сашка Варда купил эту штуку до того, как она подорожала в два раза. Я и продаю ее. Прямо сейчас. А вот какая главная эта новость. Что тайм-аут закрыли? Тайм-аут закрыли. Они только, как сказать, вот из всех премий они дали единственную независимую этому бару. Впервые, и сразу вот же это... на корню. Вот, вот просто сначала закрылся сайт журнала Time Out. А все-таки и журнал. И журнал Тю-Тю, да? Максим подтвердит. Да, и Максим. И по... Даже паблик не пожалели. Размазали. Что у них там? Твиттер, который они не ведут два года. Удалить! Ну, ужас какой. Нет, на самом деле это печально. Да это жесть. Ответим сначала Максиму на вопрос. Насколько дорожает алкоголь сейчас? Значит, алкоголь дорожает в среднем на 30-40%. Но это весьма ожидаемое подорожание. А, ожидаемое? Ожидаемое. То есть вы ожидали его год назад? Мы ожидали год назад, поэтому цены подняли на 80. И сегодня мы спустим их на 40%. Возрадуйтесь. Мы, как я уже говорил, принимая нестандартные решения. Спасибо, Александр Варданян. Спасибо вам за это интервью. К нам несколько веков назад приезжали девочки из Москвы. Знаменитый промоутер Дени Рябов привозил... Ободрал нас как липку, но привез звезд, конечно, надо признать. А, ты видел, привезли, да? С собой вертушки. Ну, конечно. У нас просто... Привет. Мы приехали в Юнион. Вы знаете, мальчики, сейчас у нас будут обувенные костюмы. Мы увидим, как... Так, мы сейчас будем... Но вы не увидите, как мы переодеваемся. Да как это? Потому что вы мальчики, и вы плохие мальчики. Значит, мы на бейк нам прижали, круто, но тут не... что нам добавить можно к этому? Ничего, приходите чаще нам, в общем, в гости. То есть, если вы будете ходить на, каждый день... Возможно, на 68-й раз вы наткнетесь на крутую тусу, но вы ее не пропустите. Ну, это важно. Ты ее не пропустишь, последний зритель. Все, запустился марафон Джемисон. Да. Мы теперь можем звать разных гостей, да? Да, у нас вчера была тусовка. Вчера был двоюродный брат Варды. Он очень давно не был в России, но благодаря марафону Джемисон... Причем здесь деньги? 24 декабря в баре Юнион пройдет презентация ЕП, что бы это ни значило, группы Аврора. В нашей дыре. В студийной дыре присутствует Максим Кубе. Можно аплодисменты, пожалуйста? Макс Кубе! Привет! Макс, что-то на Ты не в кадре, но... Да, Саш, можно вот так? Да, сиди, сиди, нормально. Все окей. Прибус подчиняю здесь. Я заметил такую тенденцию.
что в ближайшее время в афишах будет размещаться весь текст анонса мероприятия. Chill Wave, Indie Pop. И вот здесь краткое описание. Новогодний концерт. Специальный новогодний лайф от одной из самых примечательных. Это проезжает на Шевроле тут. Какой? На Камарочке. Родион, да, Родион такой проезжает. Специальный новогодний концерт. Очень часто дрифтя на ручнике. И дочитывает на дрифтя на ручнике, на Литейном. От одной из самых примечательных новых российских групп на первый месяц наступающего 2015-го у группы запланирован выпуск свежего ЕР, материал с которого эксклюзивно можно будет услышать уже на этом. То есть это не презентация. Yes. Пока это мы это прочитали, мы потратили все время, которое хотели сказать. Да. Все, спасибо. Спасибо, Макс, спасибо, что пришел к нам. Держи афишу. Предновогодний выпуск, и мне хотелось бы вам всем передать и сказать, что прямо начиная с Нового года, все январские праздники, у нас будут концерты, вечеринки каждый день. 2 января искренняя музыка. Денис не применил, как бы... Подожди, 2 января искренняя музыка, вы что, с ума сошли? Опохмел тут. Это же самый охрененный день. Самый синий день, на самом деле. Ну вот 1 января... Потому что Новый год все чпоки дома, а вот уже... А что 1 января? Ой, мы же вчера не угорнули как следует. 1-го, ты не поверишь, Антоха Куровой. Антошка Куровой. То есть такой фанкец на сиди-лавке. Мне кажется, не хватает немножко украшений нашему бару. Зачем елка в баре Юнион, если есть Саша Варда? Мы попробуем сейчас его нарядить. Прямо сейчас, все желающие, ребят, Макс. С наступающим Новым годом! Подъел. А почему Мишку не украсили? Самое крутое вот это. А, не, не это. Вот это. Ребята, приехали. Приехали, нет бенгальских огней ни в одном магазине. И вы не поверите, почему. Почему? Нам ответила на это сумасшедшая старушка на углу Литейного и Белинского. Мы просто воскликнули. Да почему? Где? И сумасшедшая бабушка ответила. Да запретили. Мы сразу же нашли моментально замену в магазине. Мы горячо рекомендуем наших соседей. Все по 38. Лау. Есть очень важная новость. 4 января в баре Юнион. Вы чувствуете этот женский голос? Не секрет, что мы очень хорошо дружим с Шурой Бен. И когда-то с Шурой. И у нас очень часто проходят вечеринки, которые у нас выпуск... Часто один раз. Очень часто один раз. Пара-пара-па. Очень часто один раз. Пара-пара-па. 4 января. Шура Бенд. Мы встречаем уже Новый год. Ароматные палочки по несколько в руку. Запрещено все, кроме них. Они разносят многие инфекции. Цингу. Чуму. Дети, облизывайте эти штучки. Дешевле, чем бенгальские огни. С наступающим. Да уже с Новым годом. Он уже вот раз, два, три, четыре. С Новым годом! С новым счастьем! С Новым годом! Бенгальские огни запретили! Ура! Безопасность! Это наше все! Друзья, мы теперь в безопасности! Ты сгорел? Сашка Варда сгорел! С Новым годом! С новым счастьем! Дорогие россияне, мы, пока горит мой факел, я пожелаю всем здоровья, счастья в личной жизни. Приходите. Хороший мальчик мой. Ребята, мы любим вас. 4 января. Друзья, в новом году мы желаем вам быть счастливыми, быть добрыми и обойтись без грыжи на входе. Welcome. Совет вам да любовь, мужики. Дорогие друзья, с Новым годом!